Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор молочной кислоты 80%. Молочная кислота – это натуральный косметический ингредиент со множеством полезных воздействий. В косметических составах молочную кислоту сочетают с успокаивающими ингредиентами и антиоксидантами. Действия молочной кислоты в косметике таковы. Увлажняет даже возрастную и очень пересушенную кожу. Сохраняет кожу увлажненной. Дает общие омолаживающие и оздоровительные эффекты, оказывает эффект выравнивания кожного рельефа, прочищает и уменьшает поры, повышает эластичность и тонус кожи, уменьшает покраснение, используется при акне, осветляет пигментацию и веснушки. Использование в косметике молочной кислоты таковы: мыловарение, антивозрастные средства, такие как крема, сыворотки, лосьоны, средства антиакне, такие как мази, крема, увлажняющий уход, очищающие тоники, шампуни, пилинги. Вот такая у нас идет баночка. Она хорошо закрыта, закручивается, поэтому жидкость не разольется. Вот такая удобная. Фасовочка у нас идет 25 мл. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!